тысячелетий, где сам Бог и архитектор, и прораб, и строитель, Он родитель наш, Он отец наш и воспитатель, Он и все для нас. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, благодарю за все. Благослови сегодня нас, благослови сегодня всех, кто онлайн, всех, кто потом в записи будет смотреть, благослови. И хлебопреломление сегодня пусть действительно будет еще такой революцией сознания, революцией мышления. Ты и я и ты. В более реальной реальности совершается это таинство, друзья. Это таинство совершается в более реальной реальности. Это таинство не здешнее, оно не отсюда. Этот мир, который в нашем сердце, эта благодать, которая приходит в наше сердце, в нашу жизнь, она не из этой реальности, она из более реальной реальности. И это таинство совершается действительно в более реальной реальности Бога. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Мы действительно в иное измерение соприкасаемся с совершенно с иным измерением, которое никто из смертных не может объяснить, понять. Только лишь в вечности мы можем это увидеть и понять, и осознать. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе за все. В той реальности, в более реальной реальности, я и сегодняшний, и сейчасшний. Сейчас мне 51 год получается, 52 год пошел. И тогдашний, в неполных 13 лет, в той реальности я одно. В той реальности и столетний человек, и... человек еще в утробе матери и только что родившийся, беспомощный совершенно, новорожденный, и в зрелом возрасте человек, и дряхлый, и здоровый, и больной, и пышущий здоровьем. Одно, друзья, самое удивительное, Он любит нас, и мы соприкасаемся с реальностью, более реальной реальностью, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, где действительно истина, истина, где правда. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, благодарю. Благословен Ты, Царь наш, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен Ты, Господь, давший нам жизнь, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. И это не просто религия. Если человек это знает лишь как религию, тоже неплохо. Информатика неплохо. Но это ничто. Все в любви. Все в том, что действительно происходит в реальности. В более реальной реальности. А в более реальной реальности слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. И совершает то, для чего я послал его. Слово жизни, слово истины, слово благодати Бога. Слово, мы знаем, в первую очередь, это личность. Это не просто записанное слово, это сам Иисус Христос. Слово. И Он пришел в этот мир. Действительно, в эту реальность пришел, чтобы спасти эту реальность. Чтобы спасти нашу реальность, чтобы спасти наш мир. Спасти, потому что Бог хочет, как художник, спасти свой шедевр. Да, пусть и пришедший в негодность, Он хочет спасти эту картину. Она очень дорога Ему. Мы очень дороги Ему. Да, действительно, это так. Он готов все отдать, любую цену заплатить, чтобы вернуть этот шедевр. И Он заплатил, Он отдал, действительно, оплатил. Великой ценою, своей жизнью, кровью своей. Спасибо Тебе, Господь Святой, спасибо. Спасибо, мы искуплены кровью Твоей, Святой. Мы исцелены Твоими ранами, спасены Твоей благодатью. Бог и Царь, Великий Государь, слава Тебе. Царь царей, Господь господствующих, Бог богов, слава Тебе. Слава, слава, слава. Слава. Hallelujah, hallelujah.
пой сейчас вместе с Богом, пой сейчас вместе с небожителями. Огромное количество небожителей поют сейчас, прямо сейчас. Ангелы поют. Пой, душа, пой. Не говори, что у тебя нет слуха. Не говори, пожалуйста, что у тебя нет голоса. Не говори этого. Все это в этой реальности, да, имеет значение. В Божьей реальности это ничто. Этого нет. Есть ты и Бог. Пой ему. Вдыхай и выдыхай его любовь. Вдыхай и выдыхай его любовь и пой ему. Прямо сейчас. Аллилуйя. Прославляю тебя, мой Бог, вместе с ангелами. Они прекрасны, они поют. Но Господь и голос ангелов не заставит меня замолчать. Я прославляю тебя. Здесь, в этой реальности, прославляю тебя. Воспеваю тебя. Здесь, в этой реальности, я прославляю тебя. Прославляю тебя, пою тебе, мой Бог, давший мне дыхание, жизнь, все. Тобою живу и двигаюсь, и существую, Царь мой, Бог мой, Отец мой. Аллилуйя! Во всех народах прославляется имя Твое святое, Отец. Слава, слава, слава! Все небожители прославляют Тебя. И здесь мы, землежители, на этой реальности, жители в этой реальности, прославляем Тебя в странах, народах, на всех континентах. Аллилуйя! 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 Бесконечный,
Аллилуйя! Тебя, наш Бог и Царь, прославляем Тебя здесь, на этой земле, сейчас, в эти мгновения, прославляем Тебя. Здесь у нас сейчас утро, где-то вечер, где-то день, где-то ночь. Земля большая, и по всей земле, во всех народах, племенах прославляют Тебя люди, Господь. Кто-то в темнице, в заточении, кто-то на смертном одре, кто-то, рождаясь сейчас, появляясь в этот свет, восклицает Тебе. О, как плачет дитя, находясь уже в этой реальности. Боже, прославляют Тебя все, прославляют Тебя все дышащее. Что-то и кто-то прославляет Тебя. Кто-то прославляет Тебя осознанно, кто-то прославляет Тебя бессознательно, кто-то понимает Тебя, кто-то не понимает Тебя, кто-то верит Тебя, в Тебя, кто-то не верит в Тебя. Все дышащие, все дышащие хвалит Тебя, прославляет Тебя Бог живой. Аллилуйя, аллилуйя. И неважно, верит человек или не верит, знает или не знает, все, весь мир растительный, животный, человеческий, мертвая материя в нашем понимании земном этого измерения, мертвая материя. Живая ли материя, все прославляет Тебя, наш Бог и Царь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иегова, Царь царей Ты, Бог богов всех. Аллилуйя, аллилуйя. Сильный Бог наш, всемогущий, таки всемогущий, таки, да. Слава Богу святому, слава Богу, слава Богу.
радостно прославлять Тебя, сладостного Бога. Радостно прославлять Тебя, радостного Бога. Прекрасно прославлять Тебя, прекрасного Бога. Аллилуйя! Ты самый красивый во всей вселенной. Ты самый добрый. Ты самый умный. Ты самый-самый-самый во всей вселенной, во всем мире. Во всех реальностях. О, бесчисленных миров Господь, единый Царь над всей вселенной, в Твоих руках мой дух, душа и плоть, Спаситель, Ты венец мой вожделенный. Под сенью крыл Твоих спокойно я живу, как пташка малая, в Тебе я безопасен. В объятиях Твоей божественной любви тону, как наш союз любви прекрасен. Аллилуйя! Господь, великий Царь, великий Бог, слава, слава Тебе. Кровь Христа, тело Иисуса, Сына Твоего, это действительно Новый Завет. Новый, святой, прекрасный Завет. Слава, слава, слава за великий Новый Завет в крови Твоей святой, в теле Иисуса, аллилуйя, Господа моего, Спасителя моего, Царя моего, возлюбленного моего, брата моего, друга моего сердечного, аллилуйя.
Святой, слава, слава, слава Тебе, Господь! Слава, 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 слава Тебе, слава Тебе, слава, слава! Аллилуйя, 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 аллилуйя! Бог, спасибо, спасибо Тебе, спасибо. Великая тайна Бога-человечества. Великая тайна Бога-человека. Человека-Бога. Великая тайна Христос в нас. Упование славы, веры Божьей, победы Божьей. Слава Тебе, Господь Святой. Слава! И сегодня, принимая причастие, да, об этом рассуждаю. Сегодня об этом рассуждаю, размышляю, да, об этом. То, что ты и я, мы одно. Я и Отец одно. Я и ты, мы одно. Я – это ты, ты – это я. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Друзья, слава Богу, аллилуйя. Пейте, ешьте и знайте, что Христос в нас, упование славы. Знайте, что Бог в нас. Знаете, что Бог есть любовь. Он любящий, Он святой, праведный, Он хороший. Никто не хорош, как Он хорош, Бог наш. Спасибо, Господь, спасибо. Аминь. 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 Спасибо, спасибо. Да, я понял. Да, я понял. Спасибо, Господь, спасибо. Классно. Не знал этого. Спасибо. Спасибо. Здорово. Я тоже так думаю. Спасибо, Господь. Спасибо, 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 спасибо. Кровь Христа. Кровь Завета Вечного. Аминь. 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 О, аминь. Спасибо, Господь, тебе за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Благословен Царь наш, благословен Господь. Благословен, благословен, любимый. Благословен ты, и никто не благословен, как ты благословен, действительно, да. Ты самый счастливый, самый радостный, самый классный. Самый благословенный из всех благословенных. Да, это ты. Спасибо, Господь, за жизнь. Спасибо, Господь. Спасибо за все. Спасибо. Спасибо. Ты эти вещи сказал, Боже. Да, Боже. Ой. Надо записать будет. То, что сейчас проговорилось внутри, в сердце. Я просто в приятном шоке сейчас. Просто я не знал.
с 96 года служу как реформатор, и я только сегодня услышал сейчас, в момент причастия, зачем все это было и для чего он призвал меня. Ха, надо же, интересно, только сейчас. Удивительно, спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Друзья, благословляю вас, дети Божьи, сыновья Бога живого, дочери святого Израилева, благословляю вас, возлюбленные, любимые дети Бога, благословляю, благословляю, как чада возлюбленные, подражаем моему, нашему любимому Господу, подражаем Ему, Богу нашему, аллилуйя, аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Всех, да, поздравляю с причастием тела и крови Христа. Христос в нас, тело Христа, кровь Христа в наших жилах, столб и утверждение истины, церковь Бога, живаго, это живые камни живого Бога, аллилуйя. В этой стройке тысячелетий, стройка тысячелетий, аллилуйя! На основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, Иешуа Хамошиях, созидается святой храм в Господе, живые камни, живой храм, аллилуйя, из живых камней. Живой Бог созидает, жизнь дарует. Живой Бог творит живые чудеса. Живой Бог творит живой храм. Мертвые люди строят мертвые храмы. Живой Бог творит живой храм свой, созидает. Третий храм Божий – это действительно что-то с чем-то. Это бесподобно, это великолепно. Храм святой в Господе Боге нашем. Аллилуйя! Святой храм святого Бога Израилева. Аллилуйя! Сам Иешуа, Иисус, Слово Бога, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Аминь. Это Иисус. Это Иешуа. 100%, 101%. Это Иешуа. Это Иисус. И храм его святой. Аллилуйя, созидается. Аллилуйя. 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 Царь небесный и Его Бог чудесный. Аллилуйя, 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 аллилуйя. У меня просто на русском уже нет слов, запас слов нет. Есть слова его. Помолюсь сейчас. Буду завершать уже эфир. Хочу помолиться сейчас лично, поговорить с ним.
на языках, потому что на русском просто нет слов уже поговорить с ним. Просто есть вещи, которые невыразимы. Они невыразимы на тех словах, на которых ты привык разговаривать. Теми словами, которыми ты привык общаться. Есть слова небесные. Бог будет давать разные ангельские слова. У ангелов очень разные наречия, разные языки. Огромное количество. Здесь на земле тысячи языков. Я скажу по секрету, у ангелов гораздо больше языков. Гораздо больше наречий. Но это не мешает им общаться друг с другом и понимать друг друга, и любить друг друга. Это Божья мудрость. И на небесах мы будем тоже разные, с разными языками, с разными наречиями. Но мы будем любить друг друга и понимать друг друга с одним наречием любви. Один язык любви, Божьей любви. Благословляю вас, друзья. Благословляю, благословляю. О, аллилуйя! Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Благословляю всю нашу страдавшуюся землю. Благословляю Америку, благословляю Соединенные Штаты сейчас, благословляю благословенного дня, дорогие братья и сестры, аллилуйя, ободрение, аллилуйя. Да, благословляю, благословляю. И здесь, на берегах Днепра, пусть прославляется имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И созидается святой храм в Господе. Аллилуйя. По всему лицу земли, во всех странах, на всех континентах. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог Авраама, Исаака, Израиля, благословенный Царь наш, благословенный Бог наш. Еверехеха Адонай, веишмареха, Яхер Адонай, панав элейха, вихунекха, Исах Адонай, Панав Элейха, Веяселеха, Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа ха-Мошиах, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава тебе, Бог Святой, слава тебе, Бог Живой. Слава. Отец наш, папочка наш, папа, Творец наш. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами, со всеми, со всеми, со всеми, со всеми и с каждым в отдельности, с каждым из нас в отдельности. Да, это так. Со всеми и с каждым. Аллилуйя! Слово мое, аминь, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Аминь. Аллилуйя!